Этой страны вышла в групповой этап Лиги Европы, пройдя по армянский Арарат. Ну а что касается этой минуте, делает счет 2-0 в пользу команды из Люксембурга. Сует пенальти. 2-2, 56-я минута. Павлович делает счет 3-2 в пользу своей команды. Не ожидал, что АПЛ свое не упустит. Но Дюдалаш вовсе увозит из Кипра победу. Кто бы мог подумать.